да. Блин, тролль кому-то нужен? Он же с ласта падает, или я путаю? Блин, тролль падает с первого босса. Все, поняла. А сколько по цене он? Самое время сейчас это узнавать. Ну, пишут. Ну, все равно вайпанули. Миш, ответь. 30. Сколько еще пулов планируем делать? Олег, пока не убьем. Сейчас я поняла, что тебя отправляю. Еще час РТ, поэтому пока не убьем, будем где-то еще звать. Я за саппортом туда прилетел. У кого, да, кончился саппорт или кончается, ТП-шитесь, покупайте себе новое. Пойди тоже один сопрот, но я тебе голд спал отдам. Какая я надвина. Да не надо, спасибо, ребята, я уже Ураску попросил. Я не купил. Не купил? Не. Да, не покупай. Не сомбойте меня, я, блядь, смотрю цель. Вставалки нет. Я такого хотел сообщить. Кто-то тестил, сколько малый дает? Что-то мне вспомнилась картинка с мемом с пятью неграми и девчонками. Только негры там с сапротами стоят, и Вага такой... Плохая картинка, очень плохая. Можно суманить. Я сейчас быстро надвину, ребят. Секунду. Покупать дорого очень. А там есть. Ты Лоруса там релогаешься, ничего? Типа саппорт, как стак ледяных шаров стоит почти. Да, дорого очень. Кого еще сумонить плюс час? Там говорят, Вульф онлайн появился. Мы и так можем убить. Сейчас просто что-то непонятное началось. Ну, просто ну, прикольно, когда Полину берут вальки и рейд на пол хп. Я, кстати, вчера в гильдии был, знаешь, какой? В Каркрон. Вот там у них, короче, вообще пиздец, жестко нахуй. Жестко в плане, это что ты имеешь? Вообще на баф и пул. Вообще бы вообще бафа нет никакого. Кто фейт мяч? Фейст баф даем. Айзек, Враск, чего не хватает? Фейст баф. Я смотри, не слышал, а почему да, вот, блядь, Паниеля, блядь, уже какой пулс стоит аура воздаяния, это, блядь, трофал? По всей видимости. Паниель, ты в курсе, какие ауры здесь могут пригодиться, какие нет? Кастерская.
Ваниэль, ты ставишь все время третью ауру и держишь ее, враска будет менять то лед, то... Запустил босса. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне... Саша, у тебя же чашка есть? Ледяную скорбь и сдаться на твою... Дресс, да. Мы даруем тебе быструю смерть. Держи ее, когда меня Бальку возьмут. Сразу сдавай. Я и в прошлый раз ее сразу же сдал. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Брони и дарки созрел. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Блять, что происходит? Кабат, кабат к нам. Куда ты звонишь? На милишников перекрыли. Танк. Или, если что, но вам тяжело.
нежно с воробой. Сначала за... Мало. Мало. Все, разбежат. Печеньку прохильте, выпрыгни. Говорила, порталы перестали. Прохильте. Шторм, подними Даркса. Норси Адванс. Время будет, поднимите. Соединение, соединение. Где большое осквернение? Баф полог вам, ловить сразу. Плащ, плащ, ребята. Жаль. Меня подвали не лейте. Динер понял. Скорней. Дышки печеньку свалите. Сквернение. Поднимай, поднимай, поднимай. Пиздец. Ага. Энжи Войда. Перефаз. Гимна на хп нету, дайте что-нибудь. На муфло. Нормально. Сейчас нормально. Че там по ПРам будет у нас? Норси потрачен, а выключим. Мели, шар. Войт, у тебя есть БР? БР у всех, кроме Шторма и Норси. Энджи поднимет Войда, как закончится перифаза. Войд поднимет потом Даркиса. Короче, не обессудьтесь, то, что будет происходить в комнате, я себя не отвечаю очень сильно. Смотрите, как мир... Пофигу, сразу же. Первый спит. Еще одну. Ледяная скорбь жаждет крови. Бафите, Вайда. Пойти же в сал. Налево идем. А нет, направо. За мной. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе как.
как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Одна секунда. Да. Сквернение 6 секунд. Даю тотем. Сквернение 6. Здесь свободный энергетик. Рассосались. Бладласт сразу спадет. Бел. Не сейчас. А, да, забыл. После комнаты дашь. Вы
чтобы вершить суд. Направо пойдем. Чтобы уничтожить короля Лича. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Приходи, тогда на тебя там дал зубы. Шторм. Отойдите, отойдите, ты что не будешь опять залезть. Убивайте вас. Блять, жраломная победа Орды просто не рыт, а цирк. Да. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейший. А че здесь это, на 10 месте под ДПС? Под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей. 10 месте под ДПС после комнаты только. А. Ваниль, что у тебя есть какие-то X-перлы там, или у тебя стандартные фреймы? Как по стандартному можно? Ты отлично их обучил. Ну, за полипауэром. У тебя стандартные фреймы группы рейда, или у тебя установлены X-перлы, или еще какие-то аддоны? Да, это что? Стандартно. Смотри, сейчас ты мне кидаешь скриншот в личку Дискорда. Своего интерфейса прямо сейчас. Интерфейса своего просто скрин делаешь, кидаешь мне в личку. Женька нарвался, ты короче. Смотри, как я буду. У тебя ровно 1 минута это сделать, или я тебе начисляю ГП. Они повергнут этот мир в пучину. Ровно в 26 минут скрина не приходит, ты получаешь ГП. А мы дальше идем? Нет. Свет. Не, сегодня это физически невозможно. Морально тоже. Я только разогрелась, но вот. Разогрелась. Из микроволновки. Полина, везу с холодной. Ваниль, тебе не кажется, что ты какой-то странный скрин мне прислал? Че, блядь, давай все посмотрим. Нормальный скрин кидаешь? То, что вот сейчас происходит, или я тебе начисляю ГП, я еще раз повторяю, это крайний раз. Просто в гугле забил, типа, аддон на рейд фреймы, да, и... Сейчас делаешь скрин и высылаешь мне его в личку. Калич вертится. У тебя осталось 30 секунд. Да у него нихуя нет, я уверен, с учетом того, что как он бафает, он все и так понял. Там ни полипауэры, ни рейдфреймов, нихуя. Меня вот интересует, он вынес 2 фрейма 2 людей, которые говорили. На остальное мне, в принципе, все равно. Так он сейчас мог вынести, перед тем, как скрин сделать. Раз ты сказал. А, ну да, он не настолько. Да ладно, не оскорбляйте, ну. Ваниль, ты издеваешься? Зачем ты дублировал старый скриншот? Ты меня оскорбляете, ладно. Женя, не позорь. Хорошо. Войт и Дарк, на вас весь пул был 15 минут. На мне весь пул был 30 минут, точнее, с самого начала. Все пулы практически, блядь, били. Да! Дима, смотри, пиздец, блядь. Дарт, бис и ВН, сейчас ебать. Потом буфлудите. Еще раз, Дарт и Войт, на вас, значит,
Вага. Сел 30-минутный кулак в самого избой, да? Начала. С самого начала мне дали 30-минутный. Хорошо. О чем проблема-то? Проблема в том, что я сказал Ваниэлю дать по всем классам в виде шамана друид МП5, а именно по вам двоим через фреймы обновлять кулак 10-минутный. Если он же с лича 100% падает из пола, разве нет? Нет. Нет. Рамы мне всегда падал. Ну да, по-моему, повышенный дроп, но не 100%. Да. Два слова, ребята. Кому одну надо? Ну как раз двум людям. Это чинов, а мы. Один дарт забирает, а второй это кто забирает? Враска. На мейнспек? Да. А дарт это же тебе оффхенд, да? Оффхенд, да. Враска. Мне тоже надо. ПВП клевая штука. Потом на тоже буду выбивать. А ты в первую руку, Дар, что берешь? Второй зов. У меня два зова теперь. Если вы есть с ХМ-ки, что делать? Два зова. Все равно два зова? Давай после РТ. Или уже можно говорить, я не знаю. Тут сейчас коня раздам, и потом уже обфлудитесь. Ну вот. Ролем. Понятно. Один меня переролили. Сомнительная ситуация. Несомнительная, я отдаю коня Дартпал. Сюда можно идти.